Всем здорова, народ, я на канале Бублик Channel, и сегодня мы с вами продолжаем играть в такую игрушку, как BeamNG Drive. Вам очень понравилась прошлая серия, вы там набрали лайков нормальные, комментарии писали, чтобы вы продолжали, и сегодня я решил пройтись по сценариям. Вышло обновление, вышли новые сценарии, значит, у нас тут такое вот дело. Получается, погоня по восточному побережью 3, восточному побережью 4, восточному побережью 1, 2. Короче, 4 погони, какой-то баррел-кнокер, я не знаю, что это такое, и скоростной спринт. Я не знаю, почему я начал с третьей, наверное, будет правильнее начать с первой. Вот, и вообще посмотреть, попробовать, ну, погоняться, потому что я-то вообще до провинции, да, допустим, известен тем, что я уезжаю от полиции, а не догоняю нарушителей. Но посмотрим, что будет сейчас, когда я буду в роли догоняющего. Итак, ребята, мы загрузились, погоня по восточному побережью 1. Подозреваемый замечен за рулем черного Гаврил Барстоу, а рядом с пилорамой. Задержите его, без проблем, вообще на изичах. Я не знаю почему, но мне хочется назвать эту машину Бьюиком. Хз почему, вот прям вот я ее увидел, здесь такой сразу, Бьюик, по-любому. Так, значит, мне показывают, куда ехать, а звук есть? Не понял. Понял. Да это вмятинка, нормально, ничего страшного. Алло, куда ехать? Один нарушитель? Не понял. Меня просто привезли куда-то и дальше сказали, ну, типа, сам дальше ищи его, да? Подберитесь ближе. Ближе к кому? Блять. Три. Так, стоп. Погодите. Подождите, это все... Это просто неудачный дубль. Я не понял, а где сам нарушитель? За кем я еду? Я не понял этого реально. Так, здесь притормаживаем. Второй раз я так не облажаюсь. Он где-то... А, вот он! Я, наверное, когда в прошлый раз пролетел, поэтому я его, в принципе, и пропустил. Надо его остановить! Без проблем. Он боком красиво идет. Я еще не туда повернул, я вообще не за ним поехал, да. Блин, очень сложно управлять. И его занесло вообще. О, чё-чё. Стоять! Полиция Майами! Стой! Хюра, а, вот на ручнике, все, 5, 4, 3, 2, 1, короче, ребят, это изичная была вообще погоня, просто я не почувствовал, а я думаю, что следующая должна быть посложнее, потому что первая что-то прям вообще на изи, со второй попытки. Так, значит, мы находимся на заправке, погоня по восточному побережью номер 2, заправочную станцию только что ограбили, очевидцы утверждают, что преступники скрылись на Seat Range Rover, короче, найдите и арестуйте грабителей, значит, грабители на Range Rover ограбили заправку. Нахер грабить заправку, если можно грабить банк, не понимаю. Поехали за ними. У меня вообще, кстати, это новая версия этой машины. Раньше такой вот, такой раскраски не было, по-моему. И вот это вот по листу. Первый дубль, как обычно. Стрелочки нарисовали для дебилов. Ну, которые не понимают, куда надо ехать. Вот. Я в том числе. Ну, я, то есть, мне даже стрелочки, впрочем-то, не помогли. Хорошо. И надо вообще увидеть машину, за которой я еду, чтобы понять вообще, что там вообще. Ага, все, я вижу. Окей, без проблем. Так, грабить. Блядь, ёбаный я долбоёб. Окей. Попытка номер 3. А что за у меня режим спуск стоит или что? Дрифт. Да. Алло! Какого хрена? Подождите, вот. Все, спорт, да, спорт. Здесь режимы считаются. Полицейская машина. Дрифт-режим можно поставить. Нифига себе. Окей. Окей. Оп, вот так. Вот так. Вот. Все, я держусь на дороге. Нужно, главное, догнать и аккуратненько, насколько я знаю, даже если я себя сильно поврежу, это будет считаться провалом, поэтому себя нужно не повредить и его уничтожить. Просто унизить в хламину, просто разнести. Я сейчас надеюсь, я не зря тут на полной скорости лечу за ним. Ага, гравийка началась. Ну, мне кажется... Жопа. Нет, все нормально. Все хорошо, мы держимся. Мы держимся. Так, выехали на нормальную дорогу. Асфальт. Ну, это какой себе асфальт, бетон. Все, уже не бетон. Уже мы едем в лесу. Мне нужно его догнать и легонько тронуть, потому что скорость очень большая, его 100% занесет. Я думал, сейчас сам разложится. Да, так и будет, он сам разложится. Вторая погоня. Нарушитель сам раскладывается. Куда ты там едешь? У тебя уже морды нету, алло.
Куда? Тормози, давай. Ну, чё ты? Я тебе всего лишь поглажу. Я его сейчас сильно ударю, отвечаю. Я его втащу. Я его уничтожу. Вторая погоня, реально нарушитель сам раскладывается. Это, конечно, такое себе. Так, ну здесь прямая, я помню, поэтому я его просто догоняю. Ой, все нормально. Все хорошо. Все хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой, что я сделал? Как это было больно! Просто колесо, подберите ближние рисуйте преступников. Ну, я не знаю, там 4 трупа. Реально, я не знаю. И все ради того, чтобы украсть пакетик чипсов. Боже, я за пакетик чипсов убил людей просто. Пиздец. Так, погоня по восточному побережью 3. Давайте сейчас загрузимся. Догоните прокачанный Бракел Легран за рулем полицейской машины Ibisu 200BX с турбированным двигателем. Так, насколько я знаю, это вообще дрифт-тачка, как бы, да. Ну, я догоню, вообще не проблем. Она так и едет, как дрифт-тачка, кстати. Смотрите, я боком вообще захожу. Окей. А давайте попробуем от первого лица. Почему бы и нет? Ну, потому что мы так легко поймали первых двух преступников, поэтому давайте от первого лица. Вообще спокойно, прям, ну, заспидранили первых двух преступников. А теперь меня ведет вправо постоянно, потому что я очень плохо повернул. Я ничего не вижу. Я ничего не понял, что произошло. Я заглох. Не, колесу пизда, давайте заново. Подождите, все хуйня, давай по новой. А, давайте так. Нет, в жопу ваше первое лицо. Я когда его бить уже буду, когда к нему в упор подъеду, тогда включу первое лицо. Где звук? Алло, раньше же звук был. Ты какой сигнал? Ой, я не хотел. Опять колесо. Да ёпта, налево теперь ведет. Я чуть-чуть, я легонечко тебя трону, правда. Блин, его догнать не могу. Алло, да хватит самим раскладываться, так неинтересно. В чем прикол погони, если вы сами раскладываетесь? Стой, да все, куда ты едешь? Ты себя видел вообще, клоун? Ай, не понял. Тормози. Давай, давай, все, хватит с тебя. Блядь, сейчас бы самому не убраться. Он на ходу? У меня колес нету. У меня правое колесо переднее. Все, я его поймал. Да что за бред? Так, я спидраню вообще просто на изичах. Во, тут бусик. Этот бусик должен ехать быстро. Вот, не дай бог, он будет ехать медленно. Итак, провайдер BIM.com. Блять, нет, провайдер Йота все еще не наладил интернет в полицейском отделении. Ваше терпение лопнуло. Время побеседовать с монтажниками лицом к лицу. Стоите в фургон. Вот это то, что я мечтал просто. Так, провайдер Йота. Очень нехорошие люди редиски, которые до сих пор не наладили мне интернет для качественных стримов. И я сейчас еду с ними беседовать. Где звук, алло, я не понимаю. Раньше был. Ну, я справлюсь звук этого. Как его называют? Чего? Ну, этого. Ну, мигалок. Я не помню, как они включаются. Подождите, а может попробовать? Колеса нет радиального. Машине плохо, по-моему. Так, сейчас мы с ними побеседуем. Йота, ты где? Иди сюда. Сейчас мы с вами побеседуем. Опа, салам алейкум. Попались? Куда? Куда ты поехала? Ну иди сюда, где мой интернет стабильный? Где мой интернет за 1000 рублей? Я 1000 рублей ее тебе плачу, а интернет говно. Интернет говно. А ну сюда иди. Сюда идите. Теперь вы не отмажетесь, то что у вас там нагрузки на сеть большие. Ага. Идите сюда. Нет. Я хочу с первого раза. Похер, что помялся. С первого раза хочу. Хочу с первого раза. Куда он поехал? Куда он поехал? Он направо поехал. Он поехал. Или прямо? Ай, пизду, ладно, сбить не получится с первого раза. Чего меня так далеко спавнят? Я пока тут доеду и уже забываю, куда еду. Ну теперь-то я знаю, что он справа. Теперь я знаю, что он справа. И получается, что я приторможу заранее. Я сразу буду на хвосте у него. Да-да. Ну что, Йота, сейчас мы тебе устроим. Погоню. Так, где-то здесь. Нет. Не здесь. Дальше. Нет, не здесь, дальше. Вот, там, вон, где подъем. Вот сейчас он справа стоит. Ага, попался. Ага. Давайте ему дадим немножечко шанса. Ну, такой, потому что я-то все-таки немножечко уже знаю, где он стоит. Я ему небольшой шанс дам.
Ой, блядь, ну Йота, вы даже водить толком не умеете. Не то, что у вас интернет говно, вы уезжать даже толком не умеете. Сейчас я вас куда-нибудь уберу, просто в хламину разнесу ваш фургон. Они сейчас сами разнесутся. Не, реально. У меня такое ощущение, что они сейчас сами уберутся куда-нибудь. Как это вкусно, как это вкусно. И вот так вот, вот. Я не смог, у меня колеса нет. Ладно, ударю вот так, снизу. Оп, оп, да, боже. Нет, не застревай. Бля. И в итоге миссия провалена, потому что я его не поймал и доехать до него не могу. Хорошо. Все, ладно, тогда больше не поддаемся. О, от первого лица, вот сейчас самое время. Сейчас самое время, потому что я к нему очень близко буду, и, в принципе, можно и от первого лица за ним заехаться. А ну-ка. Сейчас-ка, сейчас так ему устроим. Угу. Что, думаете, не устрою? Сейчас устрою. Машина овощная, пиздец, я вакую просто. Это полицейская машина, вы серьезно? Я за фургоном еле угнался. Вы каких преступников вообще на ней ловите? Что, школьников или что? А, да, людей, которые чипсы украли, я забыл. Поплетись ближе, в смысле. Он съебался? В смысле? Алло! Куда он уехал? Я еще не приехал, он уже свалил. Что за бред? Он должен был меня ждать. Так дела не делаются. Так дела не делаются. Вот этой полицейской машины, кстати, тоже, по-моему, не было. Ну, блин. Я до сих пор ищу звук, как сделать красивый. Сейчас мы приедем еще раз. Если он сейчас опять уехал... Это будет вообще не смешно. Ударился кольцо, думал, пизда, но все нормально. Все, да, нормально, включаем первое лицо. Так, прижимаемся к обочине. К обочине, я сказал. Ну, сука. Когда вы мне нормальный интернет придете, а, пидоры? Теперь за все ответите, ага. Все, тормози, тормози. Пока интернет мне нормально не проведете, не отпущу вас. О, сейчас вам жопа будет, отвечаю. Ой. Что-то у вас тут какая-то... Ай. Я вас утоплю. Я вас утоплю. Нет. Блядь. Нет, 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 я сейчас его поймаю. Блядь. Ладно же. Хотел его уничтожить. Хорошо, будем надеяться, что они не ограничены. Просто перегружу. Вот так все и будет. Так все и будет. Простая перегрузка удара. Так, скоростной принт или баррел токер? Вообще, мы как-то заспидранили эти погони. Какие-то они все очень изящные. Раньше, если погоня тут была, так эту погоню раз 500 надо было перепроходить. Сейчас вообще все спокойно прошел я. Меня устраивает, полностью устраивает. Я хочу вот это попробовать. Мне очень интересно, что это за сценарий. Давайте его попробуем по-быстренькому тоже. Вдоль всей грунтовки расставлены бочки. Эта чертова трасса так и норовит избавиться от машины. Так что хватайтесь за руль и постарайтесь бить все бочки на все, про все минута. Лежать должны все бочки. Некоторые из них прячутся в болотах, а другие вообще в кустах. Хватит пялиться, за работу. Ну, у меня вообще лютая тачка. Ей кажется, вообще насрать будет на все. Колесики, конечно, какие-то маленькие. Окей, мне нужно сбивать бочки. Раз, два, три. Там в кустах была бочка, я пропустил. А это очень интересное занятие, да. Очень такое, знаете, прям... Нихуя себе. Кенгурятнику пизда. Окей, похер. Кто-то видит? Так, налево-направо, налево-направо, налево. Ну, направо тоже надо. А, всего их 20. Лежать должна. Мне скажут, что лежать должна. Вот, все лежит. Блять, оно мне мешает, уйди! Уйди! Что? Что за дрифт? У меня дрифт получается. А ну-ка, съедь с нее. Назад съедешь? Так, все, в пизду. А, 13? Серьезно? А, нет, все, обнулилось. Нормально. Так, все, сейчас все соберу, ребят. Сейчас будет изи. Сейчас будет изи. Раз. Главное не спешить. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Главное не спешить. Вот, нельзя пропускать. 8. 9. 10. Отлично, отлично. Мне должно хватить, осталось 10 штук. Раз. Блять, опять я на этой хуйне попался.
Нормально все. Нормально, едем, едем. Жив цел орел. Убиваем вот это. А, 12. 13. 14. Отлично. 15. Боже мой, повернись ты. Она вообще, ну она неуправляемая. У нее куча мощности. А вся эта мощность на два узеньких задних колеса. И из-за этого она вообще неуправляемая. Я понял, о каких болотах шла речь. А вот этих болотах и шла речь, поэтому вот она моя еще. Еще. Я не успею, потому что она не едет, она в болоте застряла, пошлите ее в стороне! Идите нахуй. Подождите, блядь, не понял. В смысле третье место? Алло, у меня одна штука осталась, а для второго тогда что надо? Погодите, я что, виноват, что у вас вы мне дали драндулет, который не едет никогда? Бляха-ляха. Забыл. Что тут все кусты надо чекать? Я сейчас как газ в пол надавлю. Да она просто, ну она неуправляемая, реально. Она вообще просто ужас, какая ублюдская машина. Какая же она убогая. За что вы мне дали эту машину? Нельзя было что-то нормальное дать. Мне проходить было легче, я опять пропустил сраную бочку. Ляг. Как же я долго это все прохожу, как же я долго... Да упадите, алло! Я это пройду. Нет, я реально, я не успокоюсь, пока это не пройду. Вот это наш последний сценарий, и я его, ребята, пройду, я уверен. Отлично. 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 Отлично, 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 я все, блядь, сука, все было неплохо, пока я опять не наткнулся на эту хрень. Так, 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 пожалуйста, ну не газуй ты так жестко, ну, едь! Ладно, давайте сначала эти собьем. Оно не сбивается, оно не управляется, оно нет. Я сейчас опять все засру, потому что оно все это не управляет. Так, оно упало. Оно, понимаете, это нужно самим попробовать. Это ублюдская машина, на которой невозможно это исполнять, реально. Есть. Все, три штуки за 20 секунд, но я должен успевать. Раз. Два. Давай, 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 давай. Все, 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 первое место, это первое место, оставшееся время, где... Пошли нахуй. У тебя талант, если притопить педаль, то успеть за минуту можно. Да идите в жопу, за какую минуту? Нет, я не хочу ничего больше делать, пошли нахер. Минуту. Так, новых сценарий больше, по-моему, никаких нету. Это все старые сценарии. Я думаю, вы их и так уже увидели у других ютуберов. А значит, что я хотел бы вам показать, ребята. Я тут понакачал всякого разного. Скачал очень интересную карту Russian Province Town. Вот, хотелось бы на ней покататься, это обязательно. А также я скачал вот такую вот. Нет, это не моя. Вот это вот, по-моему, Budge Hills, если не ошибаюсь. Короче, понакачал карты, понакачал тачек, ребят, все отлично. Сегодня у нас была такая вот серийка по сценариям. Если вам все зайдет, опять же, пишите в комментариях, ставьте свои лайки. Лайки очень мотивируют снимать дальше, ребята. Мы продолжим играть в Bimenji Drive и всякие РПшки мутить. Да, следующие РПшки у нас будут в Russian Province Town. 100% мы вот сюда попадем. Все будет очень даже четко, весело и прикольно. Все, ребят, всем огромное спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока-пока.